Всем привет! Сегодня будем готовить курочку с картошкой в духовке. У меня вот есть пачка бедрышек и курочку. Сейчас туда же разделаем. Так, курочку мы всю порезали. Переходим к картошечке. Картошку мы будем примерно как на 4 части кроличками резать. Ну, крупнее, конечно, столько будет больше. Вот это у нас побольше, соответственно, дольки будут не 4, а 6. Порезали, добавляем сюда соль, паприку, сушеный чесночок, и смесь перцев. Добавляем грамм 50 растительного масла. После того, как все перемешали, можем выкладывать на противень. После того, как распределили все это на противень, стараемся мясо положить все сверху. Картошечка наша не погорела. Противень смазывать маслом не надо, потому что маслом добавили в мясо с картошкой. Сейчас накроем это дело все фольгой и в духовочку. Духовочка греется 200 градусов. Плотненько упакуем и несколько дырочек ножичком, чтобы пар был где выйти. Так, в духовочку минут на 40-50, потом снимем и пожарим еще минут 20. Такая вот картошечка получилась. Через 40 минут я снял фольгу, еще 20 минут подержал. Все запеклось, все вкусненькое, аппетитное. Всем спасибо за просмотр. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.